международный фотоконкурс «Русская цивилизация», на самом деле, первый раз он будет проходить. И идея его была задумана для того, чтобы узнать, какой видит нашу многонациональную страну, ее жители и наши соотечественники за рубежом. Почему именно русская цивилизация? Ну, русская цивилизация – это такое взаимопереплетение культур, традиций, обычаев народов, которые проживают в нашей стране, которые говорят все-таки и думают на русском языке. И это уникальный феномен глобального масштаба, увидеть и передать который поможет мастерство участников этого конкурса, я вот почему-то в этом не сомневаюсь. Работы на конкурс принимаются до 2 сентября 2017 года. Присылать их могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Для обеспечения возможности участия максимального количества желающих все работы загружаются самим пользователем в режиме онлайн на сайте ruscivilization.ru. Коротко о номинациях. Их 5. Первая – это уникальная природа. Следующая номинация – это лица и поколения. Это прекрасная возможность для портретов, отдельные общие портреты людей, семей, народов в домах, на улицах, на работе. Схоже по замыслу, следующая номинация – это традиции большой страны. Нам важно увидеть и сохранить невероятное многообразие национальных праздников, старинных обрядов, самобытных народов, проживающих в нашей стране. Еще одна номинация – это архитектура и скульптура. То есть мы не только природой богаты, но и, конечно же, историческими памятниками, нашими городами, либо деревнями. Есть деревушки, ну, которые просто невозможно мимо пройти, не содрогнувшись внутри, не испытав какой-то пиетет по отношению к тем людям, которые эту красоту создавали. И вот я думаю, что как раз эта номинация во многом созвучна с этим проектом. Следующая номинация – это народное творчество. То, чем мы можем по праву гордиться, обязаны не только этим гордиться, но и сохранять. Нам важно увидеть здесь не только легендарные изделия, но и сам процесс их создания. Здесь возможны фотоснимки любых изделий и промыслов, начиная от традиционных и заканчивая их современным переосмыслением. Победители конкурса будут определять экспертное жюри. Кроме этого, будет зрительское голосование, которое определит победителя в особой номинации. Это народное голосование. Церемония награждения пройдет в Москве в конце сентября. И также будет организована выставка работ победителей.